эту штуку обязательно смазывайте, ребят. О, блин! Офигеть! Проверяем поворотники. Есть. Есть. Второй поворотник. Есть. Что, ребят, всем огромный привет. Собрался на рыбалку. Прицеп уже загружен, я уже и машину все загрузил. Сейчас вам примерно покажу, сколько вещей. Жесть, это просто. На сутки или на двое еду. Не знаю, видно вам. Тут у нас мотособака уже новая. В общем, и весь мой шмурдяк тут лежит. Вот, посмотрим как раз сейчас, сколько у нас брикетов. На сколько дней хватит, посчитаю. Сразу все надо продумать заранее, потому что назад возвращаться уже не вариант. Так, раз упаковка есть, два упаковка есть. И три упаковка почти за глаза, ребят. Да, сутки точно хватит, а там посмотрим. Еду мною любимые места. Выбрал на карте новую точку. Будем пробовать, ребят. Сейчас еду в рыболовный за мальком, за живцом и в путь. Вот у нас так вот в машине все выглядит. Еда, вещи и шмотки. Это все надо до места довести. Тойоточка, надеюсь, не подведет. Вот уже буксует, потому что снега, ого-го, надо протоптать дорожку ей. Но машина, ребят, зверь, я не знаю, вот уже третий год как бы на этой машине катаюсь. Просто мечта, ничего не надо абсолютно делать. Меняю расходники, это масло, фильтра. Все, и колодочки. Вот. На автомате, в таких местах она побывала, что трындец просто. Адрес у вас какой магазин? Вольский тракт 1. Вольский тракт 1, ребят, на выезде. Все всегда в наличии, да, дядька? Все, ребят, закупил малька, живца. Погода у нас полный атас. Снег, ветрище, метель. В общем, щучья погода, сырость. Едем, потихоньку едем. Сейчас еще надо по пути заехать в магазин. Потом еще и заехать на заправку. Обязательно заправить канистрочку полную. И все. И уже мы встретимся на точке с вами, ребята. Малька взял побольше, 50 штук взял. Хочу выпустить. Постоянно, кстати, так и делаю. Беру побольше. Выпускаю некоторые количество. Что использовал, использовался. Остальных все за борт, короче. Как-то так. Надеюсь, сегодня мы попадем на ту щучью рыбалку, которую, о которой мечтали все время. Накатано, народ вовсю рыбачит.
ребят, добрался до места. Вот столько снега, смотрите. Вот. Едет с вещами, как нефиг делать, налегке. Ну, в общем, буду пробовать сейчас, пробурюсь тут, интересное место. Посмотрим, как глубина, если все устроит, тут и останемся. Разобьем лагерь вон, где-нибудь за камышом по центру. Выставим жерлички и будем балдеть, отдыхать. Сейчас в первую очередь надо просверлиться, посмотреть, какая тут глубина. Местечко прям, ух, кайф. Лопату не взял с собой, ребят, забыл. Все в снегу. Ё-моё, все в снегу. Но это потом, сейчас местом определимся, разобьем лагерь, сани почистим, накроем этими санями мотособаку, чтобы все было чин-чинарем. Да, ребят, местечко прям улетное. Мне уже нравится. Сейчас главное, чтобы еще и была глубина тут хорошая. Если глубина, ну как хорошая, хотя бы сантиметров 40 подо льдом. Если глубина будет хорошая, останемся тут. Ну, по поводу тяги, не знаю, тяга есть тут, нету, вот в чем косяк. Сейчас-то как-никак лед толстый. Вот. С кислородом вопрос, вот в чем дело. Если кислород поступает сюда, то и щучка будет тут. Уху. Ай ты. Водичка стоячая. Это хреново, ребят. Надо уезжать, походу, в другое место. Водичка тут стоячая и грязная. Сейчас еще и тут посмотрю. Ух ты! Вот это да! Не, смысла нету. Нет, вода тут грязная, стоячая. Блин, в этом году с глубиной беда, конечно. Все, уезжаем. Уезжаем. Все, нашел место, ребят. И глубина вроде есть. Так, подальше от камыша. Вот где-то примерно по этой линии сейчас пройду. Вот с собакой. Там нашел пятачок, где уже и связи есть. В общем, все. Тихо стоять. Все отлично. Сейчас чисто проедусь разок. Путь натоптаю. Где жерлицы буду ставить? Вот отсюда, вот так вот и пойду. Выставлять жерлицы. Тут поближе к камышам. Вот так. Вот на этом пятачке палатку буду ставить. А тут уже жерлички пойду. ПВХ такую под палатку стелю, и палаточка у нас остается сухой. Пол я утеплил, сделал еще один слой на пол, двойной слой там уже. Yes.
ребят, снега, блин, по колено, блин, уже устал бегать туда-сюда. Что, выравниваем площадку под жерлицей. Снега, благо, с одной стороны хорошо, что много, а с другой, что мало. Хорошо, что можно закопать жерлицей, но ходить, блин, по такому снегу, это жесть. Просто, ребят. Так, ну и начнем выставлять тройнички и двойнички сегодня буду ставить. Уже, блин, темнеет. Уже темнеет, ребят. Еле-еле успел лагерь выставить. Сейчас еще более-менее что-то видно будет. Выставим жерлицы. И все на этом. Но, как говорят, погодка щучая. Посмотрим, насколько она щучая. Так, на этом жерличке у меня стоят тройнички, значит, большие, крупные. Я их хочу поменять. Ну, пару штук, ладно, поставим таких. Если будет брать, будет брать. Остальное потихоньку потом немножко лагерь приберем, отдохнем ночью. Остальное выставим. Сейчас штучки 4 выставлю, остальные 6 потом. Ох, живцу надо водички подлить еще. Давай. Вот так вот. И посмотрим, что у нас тут с глубиной. Надо четко выставлять это все дело. Ох ты, ё-моё, вообще глубины нету, ребят. Ох, нет, хорошо. Хорошо, запускаем подлёт. И шикардос. Как раз глубина то, что надо, если честно. Я испугался поначалу. Ну и закапываем жерличку. Хорошенько. Стараемся брать рыхлый снег. Не возле лунки, а сдалека. Потому что возле лунки, которая в воде вся, она мокрая. Мокрый снег. Че, пойдем дальше ставить. Все, погнали ставить следующий. Юшку закроем пока. Ну и все, я думал, сгорится. Пошла жара. Тут у меня вот такой вот бардак. Сейчас все буду это раскладывать. И потом в процессе надо будет, наверное, что-то и приготовить. Уже и сил не осталось на готовку, если честно. И все, будем бдить. Будем ходить, смотреть, наблюдать. Может, и будут загарчики. Пытался, ездил в разные места. Часа 4 на поиски потратил, но... Увы, окончательное решение принял тормознуться тут. Фух. Ну, немножко все просохло. Одежда пока висит, сохнет. В палатке жара, конечно, было. Вот сейчас только прикрыл. Сейчас мы что-нибудь покушаем так на легонце, ребят. А завтра, если поймаем щучку, наверное, может, буду готовить щучку. Так что готовка будет. А сегодня так, чисто на легонцухе.
помидорчики, огурчики. И как раз пойдем проверять, посмотрим, что там у нас по щучке, есть что-нибудь, нету. Так, успехи наши. Блин, глубины опять нету, хотел на бель тоже посидеть, но вообще глубина не та, короче, которая нам надо, ребят. Чайничек вытащу. Утром перед сном кофейку, точнее чайку, а утром уже кофейку долбанем. Так непривычно смотрю тут рядом с камерой экран, я периодически туда смотрю. GoPro-шка села, заряжается. Мусор обязательно выкидываем. Я пакеты брал. Сейчас найду, где они. А, вот, кстати. Пакеты брал. Специально, ребят, под мусор. Все, вешаем вот сюда, вот так вот. Наша мусорка готова. Все. Красота. Огурчики сегодня у нас в меню. Помидорчики. Да, ехал я сюда, ребят, часа 4, наверное. Ну и копченочка, грудинка, ребят, копченая. Копченая грудинка. Вот она. Опа, где? О, такая вот красота. Домашняя. Копченая грудинка. Собственно говоря, вот что у нас сегодня, ребят, в рационе. Помидорчики, лучок, грудиночка, хлебушек, горчичку сейчас достану тоже. Ну, красота. Все, буду кушать потихоньку. И вам приятного аппетита. Что, ребят, пошел, доставил жерлицы. Сагаров пока что нету. Разложил место мне уже. Попил водички, будем потихоньку спать. Устал сегодня, трындец просто. На всякий случай оставляю фонарь включенным, так как едут снегоходы, мотособаки, мало ли, кто его знает. Сам основной свет выключил, но фонарик оставлю включенным. В палатке жара, Ташкент просто. Сейчас на ночь еще, наверное, брикета 3 заложу, закрою люшку на минимум. И будем спать. Встретимся уже с первым загаром жерлички, ребята. Всем доброй ночи. Загар, ребят, загар. Так, 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 не спеши. Главное, не спешите. Тихо. Щука есть, ребят. Щука есть. Вот, тянет, тянет, тянет. Тянет, ребят, не спеши. Главное, сейчас. Главное, сейчас не шуметь, тихонечко подходить. Тянет, тянет, тянет. Пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Есть! Ух, хорош!
Хорошая, ребят. Хорошая сидит. Хорошая. Ух, как давит, давит-то как. Главное, чтобы не сошел. Ух, хорошая, ребят, сидит. Супер. Главное, чтобы сейчас не сошел. Главное и не рвать тоже. Прям не форсировать события. Заводим луночку. Заводим луночку. Есть контакт. Есть. Ху. Есть, ребят. Ну, это уже трындец. А говорили, тут щуки нету, ребята. Ну, как вам? Как вам улов? Вот он, красавчик. Только, наверное, начинаются поклевки, а я уже начал расстраиваться. Как такая вот бандура попалась. Опа. Так, сейчас за инструментом. Видели? Я опять на жерлицу с колокольчиком. Сейчас за инструментом и будем взвешивать. Нет слов, ребят. Есть. Ну что, сижу я в расстроенных чувствах, думаю, все. По щуке пролет. Ребят, готовлю уже снасти, чтобы пойти попробовать на окушка пройтись. Как тут бабахнуло. Вот такая маманя. Маманя реально. Ну я не знаю сколько. Сейчас мы взвесим и вы все это, ребят, увидите. Красота. Просто красота. Нет слов. Вот уже не зря. Уже рыбалка, ребят, состоялась. Улыбка у меня до ушей. Ну конечно, столько труда должен быть. Все-таки результат, ребят. Без результата как? Иду за инструментами и за весами. Сейчас мы все онлайн посмотрим. Так, ну посмотрим сейчас, ребят. Че почем? Че почем и сколько? Зубастик хороший попался. Какие зубки. Обалдеть. Звереныш такой. Ну, GoPro-шка, конечно, не передает весь размер, как наяву, но... Сейчас мы распутаем это все, взвесим и посмотрим. Так, ну и момент истины, ребят. Сейчас глянем, сколько ж ты весишь, бандурочка ты наша. Тихо. Опять не зацепись крючком, ё-моё. Так-с. Обнуляем весы. Ребят, на рыбу я не давлю, просто ногой придерживаю, чтобы это не шалтай-болтай не делало. И смотрим. Ох ты. Вот она, ребят. 3790. Вот она, красавица. Такой вот первый щукарь попался мне.
Есть. Килошка, даже больше. Полтора, ребят. Полтора на окуня. Взяла на окуня. Красота. Что-то с крупником пока тухло. Ну, нет-нет, поклевывает. Ну, что-то пока не айс. Сработка, я без темляка. Нельзя без темляка. Вот время 4:30. Выходы начались. Я потихоньку собираюсь домой уже. Потому что время трындец. Что, опять нереализованное? Полная размоточка. Полная размотка. Давит, давит. Давит щукарь. Маленький, блин. Ну, все, ребят, отрыбачились и хватит. В общем, больше загаров не было. Солнышко уже идет к закату. По рыбе у нас 4 щуки. Немножко окушка дедушке обещал, который на базе там для кота. Сейчас отвезу, отдам. Завожу сейчас баркаса и долгий путь в сторону дома. Надеюсь, ролик вам понравился. Огромная просьба, делитесь этим видео, ребят, в соцсетях. Ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы. В следующих роликах попробуем, ребят, переписать, кто кому приветы передает. И в видео передадим от вас привет. На этом все, друзья. Всем пока-пока, всех обнял. До новых встреч, до новых рыбалок. Поймай.